Всем привет, с вами Чиполиныч. И если сзади меня пустота, все в черном-белом виде, в ролике какое-то странное название, дурацкая превьюшка, это значит только одно. Время хор, в смысле офигительных историй. Значит, иду я весь такой из себя, психически здоровый человек, все такое нормально. Как замечаю нечто странное. И нет, это я практически каждый день вижу. Дело в том, что когда я стоял, на меня бах, рояль валится. Боюсь, значит, я в больничке, и вдруг ко мне врачиха подходит. И говорит, что у меня, мол, серьезное сотрясение задницы. И я спрашиваю, как это возможно, что это за бред? И она такая, я хз, лол, первый раз такого человека вижу. Такая фантастическая электрическая история. Что же еще вам рассказать? Как-то я раз в суперэлитной кафешке, все было замечательно. Подходит ко мне официант, спрашивает, заказывал ли я что-нибудь еще. Я, разумеется, отвечаю, нет, вот вам чаевые, наслаждайтесь. И после чего официант внезапно заплакал. Как оказалось, я оскорбил его чувства как официанта, и меня посадили пожизненно. После того, как я отсидел пожизненно, я вернулся домой и в первую очередь решил покушать. Открыл свой холодильник, и как же я ужаснулся! Там не было сладкого рулета! Кто-то украл мой сладкий рулет, пока я был в тюрьме. И шел я разбираться в первому попавшемуся полицейскому. И я не успел сказать ни слова, и знаете, что он мне сказал? Дай-ка угадаю, кто-то украл твой сладкий рулет. Я, значит, такой, ничего себе, вышел этот, как его, это... Экстра секс? Как оказалось, это была не шутка, он действительно им был. И даже пообещал предсказать будущее. Вот такая вот история. Вы, естественно, задаетесь вопросом, что уже он там мне напредсказал. Неважно, я еще не придумал. Главное, чтобы все поверили в мои истории, и я получу много лайков. До скорой встречи!